нас Бертуха кушает ребрышки. Вкусные ребрышки. Молодец. Вкусное ребрышко. Да. Ножки положим аккуратненько. И будем кушать ребрышки. Абсолютно никакой агрессии нет у собаки. Она знает, что ее очень любят. Будешь ребрышко, Берта? Вкусное ребрышко. Берта любит ребрышки очень. Да, Берта, скажи спасибо большое за ребрышки. Молодец, приподнимается Берта. Вот так. Встает, привстает даже. Вот так вот приподнимает заднюю часть туловища. Умница, девочка моя. Умница. Ты молодец. Молодец, умница. Берточка, молодец. Умница. Идет на лежаночку свою. Да. Хорошая девочка. Молодец. Ну давай, давай, залезай. Ты можешь, да. Давай, девочка, залезай. Давай, давай, залезай. Ну, молодец. Умница. Умница, девочка. Умница. Молодец. Ой, умница. Ой, молодец. Залезает на коленках она. Да, идет вот так. Ой, хорошо. Ой, молодец. Ложись, ложись, девочка, ложись. Ложись, ложись. Ложись. Молодец, молодец. Ой, хорошая девочка, молодец, Беточка. Молодец, легла вот так, изи вантежку. Молодец. После еды пришла девочка, легла на лежаночку на свою, на подушечку, да? Хорошо покушала ребрышки, теперь легла. Молодец, умница. Да. А всем, кто смотрел Берту, большое спасибо. Подписывайтесь и ставьте лайк. Берта для этого вам улыбнется. Да, Берта? И лапку скажи, папа, я для почистить надо. Молодец. Бертуху рубит после еды. Очень, говорит, сильно спать хочется. Так сильно, что глаза прям слипаются, полностью залипают, и невозможно, говорит, открыть, даже, говорит, ухом шевелить не могу, говорит. Так сильно хочется спать.